тебя, Теннисон! Извини, Кевин, забыл предупредить. С четырьмя руками уворачиваться непросто, пока не привык. Смирись, тебе не стать крутейшим пришельским героем вроде меня! Хватит болтовни! Я легко вытру пол любым из пришельцев, которые прячутся в твоих дамских часиках! Решил продемонстрировать, как ты умеешь вытирать пол? Не знаю, как ты, а я думаю, нам обоим пора взять тайм-аут. Мне почти жаль тебя, Теннисон, но я это переживу. Я все равно тебя вздую! Кевина на моих глазах утащили светящиеся щупальца. Надеюсь, кто-нибудь поможет бедняге. Я с щупальцами дел не имею. Мне нужно позаботиться о семье. Космос. Поистине безграничная пустота. Гвен Теннисон несется вперед, туда, где не ступала нога десятилетней девочки. Никакой космической силе не удержать ее, ни одному пришельцу. Эй, Гвен, все еще играешь в космонавтов? Программа нулевой гравитации отключена. Гвен, нельзя открывать симуляционную залу во время тренировки. Поправлю, не следует открывать симуляционную залу во время тренировки. Да, кстати, где ты пропадал? Я-то думала, ты рад, что оказался в космическом лагере, юный астронавт. О, я задал небольшую трепку Кевину на болотах. Бен! Расслабься, я знаю все, о чем здесь будут рассказывать. Я был в шкуре десятка пришельцев. Что нового я могу узнать о космосе? Если честно, я очень сомневаюсь, что твои пришельцы обучали тебя астрофизике. Похоже, ты не понимаешь. Они же родом с других планет. А где находятся другие планеты? В космосе. Вообще-то Земля тоже находится в космосе, верно? Однако не все ее жители космонавты. К чему ты клонишь? Твои пришельцы не смыслят в космических путешествиях. Не слушайте ее, парни! Она ничего не знает о природных инстинктах пришельцев. Инстинкты — это еще не все. Очень важно, чтобы их поддерживали реальные знания. Ты еще пожалеешь об этом! О, какое разочарование. Ты не из Теннисонов. Ты думала, я тот чудик? Мне нужны его способности для того, чтобы расправиться с его надоедливой кузиной. Так что, если у тебя нет крутых пришельских часов, ты мне ни к чему. Эй, часы у меня имеются, и пришельцев в них 11. Ему об этом только мечтать. 11 инопланетных чудищ — это лучше, чем 10. Что, прости? Пойми, Бен, космос — это не шутки. Одна ошибка, и ты останешься плавать в пустоте вечно. Я сейчас усну от скуки. Тогда, может, продолжишь драться с Кевином? Я бы рад, но его утащили жуткие светящиеся щупальца. Я с щупальцами не связываюсь. Бен, что-то в этой истории не так. По-моему, у Кевина не было магических щупальцев. Опять ты со своей магией, Глен. Стой! Что если это все чародейка? Привет, Кев. Бен, часы, скорей! Не могу, у них тайм-аут. Ты что, смеешься? Бен! Пусти меня! Я была права, это чародейка. На этот раз я не одна. Со мной моя большая марионетка. Ну же, скорей! Это я должен сжечь чудика! Ты подчиняешься мне, монстр. Уничтожь ее любимого братца. Эй, девочка, не вздумай! Ого, зачарованный Кевин весьма... Бен, берегись! Назад! Опять она срывает мой план! Спасибо, что прикрыла, сестра. Любой поступил бы так же. Но только не мои часы. Включайтесь! Стой, Кевин! Раз тебе так нравится отнимать у меня все, чем я дорожу, Гвен, то я разрушу этот космический лагерь, к которому ты так сильно привязалась. Так, теперь он стал фиолетовым. Как там часы? Вернитесь ко мне, я все прощу вам. Ну же, Бен, берегись! Ух ты, надо же, какой крепкий булыжник. Конечно, крепкий. Это же метеорит. Он способен выдержать... Зачем я стараюсь?